Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков посетил Центр помощи семьям военнослужащих. Встретился с женами участников СВО, обсудил результаты работы центра за последнее время и планы по его дальнейшему развитию. Здесь сотрудники не только оказывают психологическую помощь, но и дают юридические консультации, а также проводят досуговые мероприятия – творческие, спортивные и культурные. Все это помогает семьям мобилизованных отвлечься от переживаний и отдохнуть.